Не, у меня нет его. А сколько они требуют? 70к. А у тебя сколько? У меня есть 70к, но не хочу им платить. Сейчас я переоденусь. А если я сейчас один нападу? Ну я пропущу, поэтому. А если ты типа не заплатишь Вантину, да? Но если ты их загасишь, и потом менты приедут, и мне дадут бабки, то есть меня развяжут, то тогда нормально, я фраб сказать не буду. А так лучше ментов вызови, пусть они там все сделают. Да как эти ментов-то, блядь, буни нет нихуя. Ну блин, да просто, к домам подъедьте, вызови ментов, спеши, здесь типа похитили главврача. Типа, ты там свата, ФБР сюда. Требуем. А ты даже в рацию не можешь писать? Да. Ваш! Так, ладно. Даем вам 20 минут, что так мало. Сейчас я к своей АЗС приеду, позвоню копам, блядь, с ними там они ко мне подъедут и поедем к тебе. Блин, тупанул. Сейчас, короче, Кристинка выехала. Так ты с ней вместе зараж, тупо. А куда она и выехала? Не, не знаю. Мне пишет Кристина сразу, где ты, какая мафия. Слышишь, у тебя скайпы есть? Не, я не. Блять, мне 5 литров, ёп. Кичка. Блин, слышишь, Джон, напиши Кристине в рацию, это или напиши лучше ей в смс то, что я не могу писать никуда, ПРП. А то она надоела мне флудить. Видишь, я не перестану флудить. И флудит же. Давай. Вы в самом домике или где-то номер рядом? Номер ее, номер. 10-10-18. 10-10-18. Ой, блин, это тоже пишет. Напиши там, типа, его там похитили, бла-бла-бла. Он не видит, что ли, не помню. Блять, если я сейчас один попробую, ебану. Да не, не надо, ментов возьму с тобой. Да их долго ждать. Как ФБР или ХЗ. Ну или возьми свой крестик. Ты с каким крестом? Возьми, я в доме вообще сижу. В своем кислисте, клисте. Там, короче, тачка стоит на улице, по идее. Вижу. Там дохуя машин. Там это, возьми свою какую-нибудь Кристинку. Так, стой. Видишь, Кристина. C911. Ребят, скидываем P5K. Похитили. Глав. Я, кстати, рядом с этими домиками сейчас. Врача. Белого. Ждите. Давай, давай. Блин, вылетел. Как мне перевернуть все. Так, сейчас посмотрю вас там. У меня мобилку по РП вырубили. Три автобуса подряд едут, офигеть. Так, я такой беспалевно проезжаю мимо. Вижу машины три. Так. Че, мне вызывать ФБР? Да конечно, да, вызывайте, блин. Ты на черной машине, да? Да. А, ну я тебя вижу. А, это ты там возле домика? Не-не-не, я не возле домов, я на крыше. Блин, тут какой-то феникс стоит. А вон мафиозная машина, вижу. Вот, смотри, вот видишь, наверх. Пацаны, пацаны, тише, тише. Я сейчас им уже пацан какую-то бабки скинул. Справа или слева? Пока что вот не рашьте.
Справа, справа, да. Не-не-не-не-не, влево теперь смотри. Видишь? Да, вроде бы. Машина голубая стоит, видишь? Нихуя, короче, не. Ты в маске, что ли? Да. Я тоже. Ну вот я, короче, смотрю, вот он. Я, короче, вызываю ФБР, все. Так. А, вот, вижу. Что мне писать? Вася пупсик и пупсин. Ты с ганом? Да. Ну я ж не буду, я ж связан еще с мешком на голове. Здесь какой-то. Блин, здесь, короче, два пацана бабки перевели. Это че, гон или что? А если я сейчас зайду? Не знаю, да лучше не заходи. Я ж рапшу. Если мне бабки скинули, то все нормально, можно даже их не рашить. Нахуй туда, блядь, 40 патронов брал. Ух ты, как много, видишь. Может, какой-то немец перевел. Блин, мне бы дом купить. Деньги у нас пишут. Они на этом, в этом перевели бабки? Подожди, да, главное. Да, да. Слышь, главная академия ФБР принял вызов. Едет. Такие калеки, блин. Такая ущербная отыгровка у них. Короче, меня один пацан развязал, отпустил, а второй меня оглушил Оливера ударом кулака. Тащит за собой. А что, я вижу, что ли? Я вообще с мешком на башке. Может, нам вообще выезжать? Ну, вы короче, ждите у дома, если что, там заражите их. Я-то без гана. Я не успел заехать. Машина подожди. Что ФБР нету, я не понимаю. Они вообще тупые какие-то. Тащит за собой, я в отключке. Еще и с мешком на башке. Миллионы бомбы. Так, ну-ка. Сейчас мы, короче, выходим. Выходите? Да. Дим будет на крышу сядь. Он на крышу. Он дурак. Он еще. О. Ну вы что, не видите меня? Я тебя вижу, он уже ФБР. У меня гольбинетас, блядь. Он уже ФБР подъехали. Выкинул Ольга. Все, я такой свалю. Че вообще ты где? Тебя типа забрали уже? Ну типа того. Если вообще ФБР насрать. Они просто сели и уехали при них.